Защититься от ковида без отрыва от производства. Мобильные бригады врачей сегодня работают в многофункциональном центре и в спортивной школе Олимпийского резерва в Чебоксарах. Наша репортер Екатерина Шеверова пока не решила сделать прививку, но, пообщавшись с теми, кто стоял в очереди за вакциной, призналась, что сделает спасительный укол в ближайшее время. Аргументы за и против в нашем материале. Первый пошел, второму приготовиться. Это не парашютисты, очередь за вакциной. Сегодня, как их называют медсестры, перворазники. Чтобы обзавестись невидимым бронежилетом от атаки вируса, колоться придется дважды. Второй компонент вакцинации через какое время нужно сделать? Второй компонент надо через 3 недели прививаться. А если человек будет отсутствовать в городе? Есть ничего страшного, потому что система федеральная. Можно в любом городе, в любой больнице. Все будет видно. Можно в любой больнице привиться. Лучше сделать раньше, через 3 недели, раньше, чем 3, или позже? Ну, желательно бы, конечно, если не получается через 3 недели, лучше попозже. Потому что если вы сделаете раньше, на иммунитет нагрузка будет немножко выше, организм будет сложнее. За все время в Чувашии вакцинировал 158 980 человек. Это всего лишь 27% от плана. Не путать с числом жителей республики. Почти провал, признается в Роспотребнадзоре. Среди регионов России Чувашия на 55-м месте. Рьяных антипрививочников на пальцах. Тех, у кого нет и 5 минут свободного времени, чтобы поставить вакцину, гораздо больше. В этой очереди сплошь сознательные. Во-первых, я работаю с населением, соответственно, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. И вторая причина в связи с тем, то, что мы планируем ребеночка завести. Я думаю, чем раньше об этом позаботишься, тем лучше будет. Бактериальная сфера разная, и мы же дышим ими. Мы же вот при работе с ними очень много потеем, испарения. Мы это все впитываем, и как бы хочется, чтобы иммунитет всегда был готов. Ведь тренера, они никогда не должны показывать свою слабость и всегда быть в форме. И хочется, чтобы здоровые тренера работали со здоровыми детьми. Прививку могут сделать все желающие старше 18 лет, без предварительной записи. Бесплатно. При себе паспорт и полис МС. Екатерина Шеверова, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Игорь Зверев. Республика.